Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, это Макс Лимакс и очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Давно не было у нас карты, разноцветный лабиринт, все писали в комментариях, чтоб я позаписывал что-то яркое. Ребята, эта карта для вас, если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать, слышишь, ты сопляк, ты на кого патрон поднял? Пацаны, давайте сначала мы сделаем так, вы запрячетесь, но когда я буду вас находить, вы можете не просто убегать, но еще и стрелять по мне классной оружкой. Надеюсь, у вас все получится. И мы будем начинать. Даю вам 20. Я слышу уже вроде запах собаки вонючей. Я вроде все. Ага, давай, поговори мне еще тут. Так, выдвигаемся. Вот сейчас, вот, мне кажется, тут кто-то сидит. Так, пойдем налево. Налево интересней. Так. Приближаясь тут, я же вижу всякие взрывы на полу. Ты чё тут? Это было слабое у тебя оружие, поэтому я тебя сразу вырубил. Хотя ты снял у меня 150 жизни. Плюс-минус. А я тогда встал. Как-то у меня жизни потратились, потом немножко пополнились. Прикольно. Так, подожди, это назад вернусь. Я теперь с тобой буду искать. Это я тебя убил? Да, ты меня убил. А чё такой слабый? Ты ж раньше был лучше. Ну я говорю, китайский револьвер. А, ты какой-то кислотой по мне стрелялся. Алиэкспресса. Ну шо вы, где, ребята? Я ищу вас, пацаны. Хотите, я ускорюсь и быстро вас найду? Не, ноуклип не нужен. Не, без ноуклипа. Фо, фербера нашли какого-то. Фатбера. Фермера. Петбера. Угу. Так. Приближаемся. Чё-то я никого не вижу, очень сильно запрятались. Или я и хожу на одной точке карты. Во, тут я еще не был. Был. Так, сейчас там будет в клеточку полы. А нет, с другой стороны зашел. Блин, нифига. О, нашел чили пиздрика. Я знал, что я кого-то найду. Эй! Чили пиздрик. Кого ты нашел? Да тут собака бегала с револьвера. Ой, с миниганом. Она мне, кстати... Не, она, кстати, не попала ни разу. А, вот этот собачолкс. Иди сюда, мужик. Так, так, так. Тут можно запутаться, очень яркие цвета. О, я знаю, что надо сделать. Но клип нет. Какого ноуклип? Какого ноуклип, мужик? Ты что? Бегу по запаху собаки. Наконец-то. Так, там уже побежал аниматроник здоровенный. Ого, нас уже тут, пацаны. Я стою видимым. Я так прикольно топаю, как будто у меня деревянные сапоги какие-то. О! Ай! Дурачок! Да. С базуки в стенку стрельнуть. Такой умный человек будет. Давай. Ты всех нашли? Да, всех. Нет, пацаны, кого не нашли, напишите в чате. Мы пока стоим на месте. Так, если всех нашли, то все. Всех нашли? Да. Хорошо, давайте теперь я буду прятаться. Я, пацаны, обнуляю карту, поэтому... Сейчас возьму маленький скин сначала, я обнулю карту и буду сразу чили пиздрика маленьким. Ой, так, во. Так, возродились все? Возродились. Во, все, я чили пиздрик маленький. Димас, а ты это умри только. А я уже умер. У тебя 5000 жизней. А, вот блин, ты заметил, да? Да. Спалился. Кстати, я не знаю, что так можно. Прикольно. Так, от третьего лица у меня этот мод. Сейчас я его немножко настрою. Алло, больно. Сделаю, чтобы был ниже. Во. Ой, очень далеко стало, да? Сейчас. Выше, ниже. А как ближе дальше? А, во. Во. Отлично. Все, теперь мы самые лучшие на планете. Можно еще даже что ближе еще сделать. Во. Как ты сделал вид от третьего лица? А я потом тебе скажу, там очень сложно.
Но теперь я самый лучший чилипиздрик на планете. Я вижу, как со стороны себя теперь. Теперь, мне кажется, будет намного лучше. А кто тебя ищет, Макс? А давайте, Кэтмакс, хочешь ты? Окей. Блин, так кто на меня бомбу прилепил? Это не на меня. А, это не на меня. Фух, слава богу. Все, даю вам 10 секунд. Не, Кэтмакс. А, ладно, давай 10 секунд. Во, я знаю, где я заныкаюсь. Сейчас. А, тут это не на этой карте. Есть еще карта, где лифт есть. Ой, или да, это здесь? Я помню. Она немного побольше. Эта карта? Или другая карта больше? Другая карта, где лифт есть и все такое. Там больше места. Но... Ой-ё! Так, ну все. Что, Кэтмакс, ищи нас. Убил собаку. Убил Пикачу. Так быстро? Да, мини-гану. А, я тогда оружие возьму. Ну да, оружие. Оружку, да. Возьму оружку. Прицел вижу, все четко настроено, идеально. Пистолет? Да, я взял админский пистолет. Я буду обороняться до последнего, я живым не дамся. Собаки так просто не сдаются. Блин, я, а надо... собаки кому-то сдавались? Да. Я когда тебя вижу с этой стороны, смогу перебежать. И ты меня не увидишь. Мать, сколько осталось? Я не знаю, сколько еще людей не нашли. По-моему, Димас один остался. Я всех... Нет, а не так быстро, не. А вы что, можете невидимыми, да, вставать? Ну да, некоторые из нас. Нет. Здравствуйте, я вас испугался. А вы друг друга уже там все понаходили? Да. Ну давайте, кто найдет меня, тот красавчикс. Где спрятался Дима? Я буду стрелять админским пистолетом, я предупреждаю сразу. Но я услышу, я погромче наушники сейчас сделаю. Ах, я понял, где мы уезжаем. Нет, я не там, я не там. Я уже вдруг... Вышла собака-убийца. Меня никто не страшит, я мочу всех аниматроников на планете. Так, кто еще у меня тут на привете? Сегодня я уничтожаю, сегодня прятки, вы должны прятаться. Я знаю здесь нычку на этой карте, я знаю. Вот здесь меня очень долго будут они искать. Нет. Давайте, пацаны. Все-таки надеюсь, вы меня найдете когда-то. Здесь очень классная нычка есть. Слишком много цветов. Ну я могу, когда вам будет тяжело, я скажу, какие цвета. Тяжело. Не, ну как-то нет, идите 10 секунд. А я чекаю прицелом, потому что даже если вы будете невидимыми, я и увижу ник. А если я сажусь и прицел садится? Очень классно сделано. Сели, встали. Что, говорит цвет? Ну, можешь сказать. Не, не буду, я пошутил. Если я скажу цвет, вы сразу найдете. Тут только один цвет такой есть тут на всей карте. А вы что друг друга мочите? Хорошо. Цвет у меня... зеленый с розовым. В смысле? Я только что тут пробегал. Не было тебя здесь. Какой цвет? А, я понял. Где, где? Ты знаешь эту нычку тоже? Да вы что друг друга мочите? Что, сложно, пацаны? Не можете найти меня? Нет. Я вижу, не можете. Я буду за углом стоять, может так кого-то увижу. Так. Какой цвет я забыл? Зеленый я... розовый. Зелено-розовый. Ай, ё-моё, где? Так, ныкаемся. Я уже чувствую, как ко мне кто-то приближается. А тут, может, есть несколько таких мест, где этот цвет встречается? Тут... Да, тут таких мест. А-а-а, ну ищите, пацаны, надеюсь. Или давайте я к вам на охоту выдвинусь. А, ну я уже знаю, где ты. А, ну так давай иди, чё я тебя жду так полдня уже. А, тут ловушки есть. А, вот так вот. Кто-то ловушки уже настрал. Давай, иди сюда. О, здравствуйте. Кэтмакс, кто-то... Привет. Ах ты, блин. А вы что, не можете меня убить, что ли?
Админская совет. Все. И, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все. Пока.